сопровождении концерта свита из 7 пьес для саксофона и фортепиано. Все 7 пьес идут без перерыва. Называется произведение «В Лумшорах». Это красивейшее место в Закарпатье. Лесными тропами, припевки, в горах, танец колдуницы, травы, песни, печали, весенние игры, круговой танец. Исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов Иван Дыма, саксофон, партия фортепиано, Николай Курдюмов. Thank you.
позвольте сказать, что, дорогие друзья, позвольте сказать, что этот вечер мы посвятили осмыслению творчества великой современницы, которая уловила мелодии наших душ и воплотила их в музыке. Этот вечер мы прожили не зря. Спасибо вам.